Олеся Бубна, сертифікована ведуча трансформаційної гри «Як здійснювати свої мрії». Любить мріяти і робить це професійно. Через гру допомагає іншим переносити бажання у реальність. Зараз так, доброго ранку вам. Доброго вітаємо ранку в нашій студії. І ви сьогодні не з пустими руками, а саме з цією грою трансформаційною, так? Будемо здійснювати, вчитися сьогодні здійснювати свої бажання правильно, так? Але для початку хотіла б запитати, що це за гра? Звідки вона з'явилася? Як вона допомагає здійснювати мрії? Эта игра называется «Как осуществлять свои мечты». Сейчас, если вот многие уже знают, что трансформационные игры, они очень популярны, потому что это заменяет сессию психотерапии, скажем так. Угу. Этого слова не нужно пугаться, ну, то есть не каждый готов идти к психологу разбираться, а здесь в ходе игры, скажем так, играя, мы получаем новые осознания, познаем себя, и в данной игре мы вот разбираемся с нашими мечтами. Как мы можем ставить правильно, как вот к ним идти. А які це мають бути мрії? Там хтось каже, я хочу, б не було війни. Може таке бажання загадати? Я думаю, що це як от о том, що мир во всьому мірі. Да, цель, мечта должна бути, да, более какая-то конкретная, то есть чего вы хотите. И в ходе игры, кстати, мы можем выяснить, что это не ваша мечта. Это мечта может быть навязанная социумом. Вы где-то подслышали, услышали, увидели, и это в тренде. Это должно так быть. Но мы мечтаем только, ну, наши истинные мечты мы должны чувствовать, они внутри нас. То есть когда мы в связи с собой, своей душой, вот мы как понимаем, что нам действительно надо, тогда нам намного легче. И в ходе этой игры мы вот понимаем себя, мы выявляем, то есть наше бессознательное дает нам такие подсказки, и, ну, вот мы понимаем, мы идем туда или не туда, что нам мешает. Тобто вона допоможе нам визначитися з нашою мрією. Чи потрібно нам саме про цю мрію постійно думати і втілювати, так, і йти до цілі, чи, можливо, на щось інше варто Я думаю, что это игра с запросом. То есть изначально вы ставите свою мечту, да, вот о чем бы вы хотели. И я, в принципе, могу вам сегодня это предложить, помечтать немножечко, да, вот вы. А бажання, то також потрібно вміти загадувати, тому що, от, наприклад, я хочу ранкову каву. Це дуже така маленька мрія. Чи це не мрія, це потреба? Я думаю, це потребності. І це не треба ісследувати. Смогу я отримати кофе сьогодні утром випити, либо ні. Тобто, я думаю, мечта має бути, ну, більш така глобальна. Тобто, що ви... Мы должны мечтать масштабней. То есть что-то такое покрупнее. Я здійсню твою мрію. Я здійсню твою мрію, я заварю тобі потім запашну каву, але давайте вже ж переходити до самої гри, до самого процесу. Як все відбувається? Що нам допомагає в цій грі? Переходити, я так бачу, з одного етапу на інший. Розказуйте, що з чого починаємо? З чого починаємо? Починаємо з мрії. І зараз я вам предложу немножко расслабиться и подумать, чего бы вам хотелось. Вот в начале недели, в понедельник, да, вот загадайте желание, не желание, вашу мечту, вот чего бы вам хотелось, и вот поглобальней такое, чтобы... Ну вот на сегодняшний момент это может быть якась нездійснена ваша мрія, да? А вот, ну вот помасштабнее, вот когда вы так мечтаете, тогда вот вы можете поисследовать, потому что, ну вот. Це має бути якась матеріальна мрія, так? Звичайно, да. Ну либо вот и как путешествие, это оно вроде бы не материально, что-то посетить, вот, да, какое-то там что-то приобрести, ну как бы, вот, да. Так, я вже, ти у нас майстер загадувань, ти загадуй, я тут. Так, ага, и вот в ходе игры мы предлагаем, да, вот записать свою мечту. Ага, мы прямо записываем свою мрію. Да. А ее обов'язково озвучивать? Если вы, я своим участникам даю право выбора, это ваше право, то есть готовы ли вы ее озвучить, это я вам тоже даю это право, но я хочу сказать, если вы действительно хотите, и это ваша истинная мечта, вы скажете Вселенной, да, это моя мечта, и вы готовы ее декларировать, вы не будете ее стесняться, то есть вы действительно готовы, ну, это ваше право сейчас. А я думаю, сегодня наши мрії залишаться из нами зовут. Ну, а так. Я би хотіла дізнатися твою мрію. А не треба дізнаватись мою мрію, я її трохи сьогодні скрию, але хочу все ж подивитись, чи дійсно вона мені необхідна, чи про те я мрію, так що буде треба. Так буде цікаво дивитися. Давайте, ні, я, мабуть, не маленьку таку мрію, ну, кудись там, поїхати в кожне місто України.
Это отлично. И вот я вам предлагаю записать вот вашу мечту. То есть сама игра, значит, представляю, вы пока записываете мечты, а я вот нашим телезрителям более подробно расскажу, что собой представляет эта игра. Значит, она представляет, в ней есть внутренний круг, который составлен с шести кругов, и внешний круг. То есть наша мечта, она есть во внешнем, как во внешнем круге, и мы ее должны, скажем, ну не должны, но мы хотим ее достичь. Во внутреннем круге это мы сейчас, на данный момент. И это первый круг, это разный я, это вот какой я есть с разными людьми, я разный, я веду себя в разных ситуациях по-разному, и мы познаем себя вот с помощью этого круга. Второй круг – это наши ценности. Это потому что, опираясь на наши ценности, мы вот идем к нашей мечте. Потому что если я люблю лежать дома, и на диване, и комфорт, а моя мечта будет, я не знаю, прожить полгода где-то в горах. Ну, это не, идет несоответствие, поэтому вот вы... Ну, диван вам тут не допоможет. Да, так. Не допоможет. То есть третий круг – это блоки. Мы тоже разбираемся, что нам мешает, да, преграда, да, такая явная тормозилка. Пожиратели времени тоже, на что нам не хватает, вот это наши страхи, это наши обиды, и как они вам мешают. Ресурсы, что уже у нас есть, что нам помогает. Ресурсы, это мы их выявляем в себе, может вы даже их знаете, но они вот явно не проявлены, а вот в ходе игры, то есть вот проходят такие трансформации осознания, еще раз вы, это какое-то даже может быть подтверждение, на что обратить внимание, что уже есть, что я могу немножечко усилить, добавить, и что поможет моей мечте. И действия, естественно, это конкретные наши шаги, конкретные действия, которые мы должны сделать, потому что мечтать – это, скажем так, просто мечтать, это глупо, и, скажем так, это можно, да, без каких-то конкретных действий, естественно, она не осуществится, ваша мечта. Треба діяти, не сидіти так, не чекати, а діяти. Отже, починаємо ми діяти. Так, давайте розпочнемо, як це все відбувається. І беремо наші волшебні фішечки, да, от вибирайте, які би ви хотіли. Одному треба ці... І у нас два кубика. Один кубик вот это будет один из кругов, внутренних кругов, которые будем познавать себя. Так. И вторая фишка вам укажет на номер. Какой номер получается? Ну вот, где вам нужно будет поставить вашу фишечку. Ну, смотрите, тут их 6, а тут уже есть 37. Мы будем ходить. Нет, мы начинаем. Смотрите, мы сначала... Тут еще рахувати треба, да? Ще математичні здібності треба. Скільки взагалі часу йде на цю гру? В среднем 3 часа. Это так, чтобы можно было... У нас 3 години немає, ми покажемо в початок, як це відбувається. Да, ми начнем, а там уже... Как это, да, действительно происходит. А там подивимося музику і будемо грати. А ми будемо далі втирати. Так, що я роблю? Смотрите, сейчас, да, берем 2 фішки і... Фішки? Не фішки, 2 кубика ваші, і вибирайте вот ваші, будуть, наприклад, зелененькі, да? Ми їх будемо розставляти по кругам. І ще я предлагаю вот такі, ми будемо записувати, то есть, естественно, щоб ми все помнили, все, здесь представлены все наши как круги, ми будемо себе помічати, і потім... Тобто будемо занотовувати, що нам занотовувати, естественно, да, потому что все это забывается. Готовы? Смотрите, 3-1, да? 3 – это у нас блоки. И сразу мы попадаем на наши блоки, да? И 1 блок – это навязанные мечты. О чем я и говорила, о том, что вот это не говорит, что я хочу вас сбить, и нужно сбить с вашей мечты. Вот вы сейчас думаете, да, о вашей мечте. И вот задайте себе вопрос, это действительно ваша мечта?
или вы где-то увидели, послышали, и вы хотите ли вы эту мечту, потому что на каждую мечту нужна энергия, и если вот она внутренняя, вот она есть, вот, вот так зажигает, тогда это ваша мечта, а если вот как бы было бы хорошо, вроде бы неплохо, там вот у подружки есть там классный телефон, либо там классная, не знаю, что-то там, вещь какая-то. Было бы неплохо и мне. Но когда это вас не зажигает, это может быть навязанная мечта. Поэтому задавайте себе вопросы. Так, тепер треба подумати, чи про те я мрію, сьо-сьо. І що, мені треба в блоки занотувати, так? Да, ви записуєте в блоки. А що вона має в блоки записати? Нав'язана мечта. Так. Теперь ваша очередь. Давай, Лена. Я думала, в тебе нормально буде, не те, що в мене. Нет, это не пугайтесь, мы будем исследовать. У вас пожиратели, да, вот 4. Это вот четвертый круг. Это пожиратели времени и 2. Вот 2. Это медлительность. Вот так. Дуже я не кваплюсь поїхати в різні міста України. Да, то есть задайте себе вопрос, почему я медленная, да, почему я не спешу, мы всегда себе, ну, в этом случае должны задавать, почему со мной так происходит, это вот, ну, исследование себя, и что мне мешает, что меня тормозит, почему я медлительная, и тоже задайте, вот, возвращайтесь к основам, к своей мечте, а действительно ли это моя мечта, почему я не тороплюсь? А може, воно мені не треба. Слухайте, ну от ми зробили перші кроки. Скільки взагалі, який кінець? Що маємо пройти, чи маємо по всьому колу? Значить, в ході ігри... Якщо, наприклад, дивіться, в мене знову випаде 4 і випаде вже там 7. 4 плюс 6, да? Ми добавим плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вы попадете на форумы, например. И вы поймете, к примеру, что ваши какие-то там форумы, социальные общения забирают ваше время. Вы не думаете о мечте, вы не идете к ней, а вы просто вот тратите время. И вот таким образом мы по каждому аспекту мы исследуем себя, свою мечту. И ну, в ходе игры мы, ну, участники между собой общаются, я даю трансформации, консультации. То есть происходят волшебные вещи, и вы для себя очень много осознаний. Это цікавий ігровий так прийом у психолога, коли приходиш, не знаєш сам себе. Пізнай себе, не знаєш, що ж робити, і от так от можна в цікавій формі просто дізнатися і вирішити, да, як іти далі, який крок робити далі. Коли гра завершується? Завершується гра, вона може, ну, ми вообще граємо лімітовано, да, вот по времени, но ми можемо играть как индивидуально, то есть это как вот в психотерапии вот один человек, и вот это полная консультация, это полный разбор с действительно глубокими. Каждый же ведь со своим запросом. Кто-то хочет вот просто интересно покидать фишки, узнать, что это такое, да, вот как бы вот поиграть. Поэтому каждый на своем уровне. Естественно, хочется, да, вот мне кажется, проработать вот эти моменты каждому. Чтобы их проработать, узнать, нужно быть максимально открытым, максимально готовым познавать себя, узнавать о себе что-то новое, новые грани себя, потому что, ну, это действительно очень важные моменты. Это круто. Так. Я знаю, что вчера, так, у неделю была у вас такая игра, когда еще будет наступная, вот если наши глядачи сейчас загорелись, еще хотят на себе это спробовать, когда будет наступная игра, когда можно будет прийти и пограть? Значит, дата наступной игры. Я уже занотовую. Не определена. Ага. Треба слідкувати, так? Да, нужно следить за анонсами, если есть желание, да, вот интерес. Многие сейчас у нас социальные люди, да, в социальных сетях, в сети Facebook, находите меня как Олеся Бубна, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья, будем на связи, и, ну, я думаю, будет возможность, да, поучаствовать. Также вот, ну, вчера я проводила в библиотеке, в центральной библиотеке Гмирёва, это у них есть центр Windows on America, там они проводят социальные, ну, как социальные программы, то есть это вчера была игра, ну, это было действительно круто, когда участники шли к своим мечтам, какими путями они шли, как они, ну, трансформация сознания себе, это, конечно, действительно. Ну, це круто. Дякую вам, що допомогли. Навіть так зацікавило, що і я хочу прийти вже і спробувати пройти по всім колам, і що взагалі мені робити з моєю мрією. Дякую вам, я нагадую, Олеся
Бубна, сертифікована ведуча трансформаційної гри «Як здійснювати свої мрії», була сьогодні у нас в гостях, розказала, як відбувається весь процес, навчила і, знаєте, зацікавила. Хочеться прийти і спробувати. Так, да, я хочу сказати, мечтайте і ідіть к своїм мечтам смілеє. Дякую вам.